знает, Google Play тоже знаете. Вот там приложения, их нужно продавать, грубо говоря. Как это делается? Вы можете купить рекламу, потратить много денег. Вы можете использовать некоторые хитрые приемы, и пользователи сами к вам придут, сами скачают ваше приложение, и еще заплатят вам деньги, скажут спасибо, напишут хорошие отзывы. Вот моя работа в том, чтобы вам все происходило по второму сценарию. Я пришла, как вы уже поняли, из гуманитарной сферы. Я работала журналистом, потом медленно перешла в маркетинг, попробовала себя в маркетинге, ну, таком, скажем так, в различных сферах, то есть это был классический цифровой маркетинг, продажа, рекламы, контекстный, Google, что было еще? Еще было копирайтинг, были сайты, было продвижение сайтов, в общем, много всего было. Был маркетинг и приложений, и здесь бы я и осталась, но вот как-то вот позвали делать ОСО, и я не смогла устоять, не смогла удержаться. Итак, если вы гуманитарный специалист, и вы хотите войти, у вас возникнут некоторые сложности, поскольку вот есть такая концепция, Т-образный специалист. Как раз предыдущий докладчик, он кое-что мне рассказал, то есть Т-образный специалист — человек, у которого есть один такой толстый и большой скилл. Например, он умеет программировать приложение под iOS. Очень хорошо умеет. Ему все готовы за это платить много денег. И он немножко знает бизнес, немножко знает маркетинг, немножко знает, там, как открыть фирму, немножко знает, как там, не знаю, там, боксом занимается, фотографирует, что-нибудь еще. Вот это Т-образный специалист. Гуманитарный специалист, я имею в виду человек с хорошим качеством, образованием, я бы его назвала щ-образным специалистом. То есть у него есть, допустим, знание языка, намного более глубокое и уверенное, чем у технического специалиста. У него есть какой-то скилл, который он учил на своей непосредственной специальности. Например, если ты социолог, то ты можешь проводить социологические исследования. Тебя научили проводить эксперименты, научили собирать данные, научили их анализировать. Тоже очень хороший скилл найти. У него может быть, например, умение анализировать, понимать тексты, особенно если он пилот. Если ты умеешь очень хорошо анализировать тексты, понимать их, интерпретировать, то ты умеешь создавать свои тексты. Это тоже очень полезный скилл. На нем тоже можно заработать в любой сфере, независимо от индустрии. И есть еще хвостик от буквы «щ». Это ваши навыки коммуникации. На самом деле это не так важно, потому что навыки коммуникации можно развивать независимо от вашей специальности. Просто так вышло, что в гуманитарной специальности идут люди, которым интересны другие люди. То есть они уже как-то умеют строить контакт, как-то умеют коммуницировать. И теперь перед нами стоит вопрос, как этому сложному, хитрому, щ-образному специалисту пойти войти. Но он очень хитрый, щ-образный специалист, он всегда найдет чем зацепиться. Какие ваши первые шаги? Ну, о чем уже говорили наши предыдущие спикеры. Шаг номер один, я бы посоветовала друзья и знакомые. Во-первых, это самый надежный, удобный способ передачи скиллов, передачи информации, в том числе о работе. Если ваш друг работает программистом, он вам лучше объяснит, что это такое, чем если вы будете, конечно, сами добывать эти знания. Второй момент, если кто-то еще здесь не знал, хорошая работа почти всегда находится через друзей. В очень редких случаях она находится через сайты по поиску работы, и то, в конце концов, оказывается, что какие-то друзья где-то все-таки были замешаны. Пункт номер два, профессиональное мероприятие. Но если вы сейчас здесь, то вы уже поняли, как с этим работать. Хотите на больше профессиональных мероприятий? Я в свое время хотела на игровые конференции, на IT-купе, на UX-конференции. Даже попадала на более серьезные мероприятия для разработчиков приложений, для тестировщиков. Сходите, почувствуйте, как вы себя чувствуете среди этих людей, вписываетесь ли вы в их среду. Это может быть даже важнее, чем непосредственно навыки, которые вы собираетесь научиться. Допустим, я себя очень хорошо чувствую в игровой среде, но вот прямо сейчас я немножко от нее отошла, но не очень далеко. То есть часть этих знаний до сих пор пригождается. Ну еще тоже такой дисклеймер. Нужно понимать, что на мероприятиях, то есть у человека может быть
два разных скилла. Это умение работать, умение работать языком, прошу прощения за такую небольшую шутку. На конференциях достаточно много людей второго типа. Не всегда то, что они говорят, является абсолютной правдой. То есть это тоже нужно осознавать. Особенно если это конференции по маркетингу. Но айтишные девелоперские конференции, как правило, более жесткие, более умные, скажем так. Одна из прочих курсов, тут тоже вам уже примерно все рассказали. Курсера, естественно. Для программистов есть много других вариантов. Это Hunt Academy, это... их много. Да. Курсы стэнфордские доступны, в общем, на многих платформах. Сейчас еще есть миллион стартапов, которые занимаются тем, что собирают информацию про все курсы на одной странице. Так или иначе, курсы для себя вы подберете достаточно быстро. Не онлайн-курсы, то есть курсы в реальной жизни. Имеет смысл, если у вас есть время и деньги уже. Потому что вам придется, естественно, платить достаточно много. В это время вам еще нужно как-то себя поддерживать. То есть это путь для тех, кто, допустим, у кого не стоит жилищный вопрос, например, или у кого нет семьи. Ну, то есть для молодых, в принципе, подходит. Второй момент тоже, то, о чем мало кто говорит, на курсах вас не научат всему, а вас научат прокачивать вашу горизонтальную палку, то есть прокачивать ваши навыки, которые более общие. Вы узнаете, как программируют, что у них есть, какие фреймворки, какая примерно логика всего этого, но чтобы растить себя большую палку вертикальную, за которую вам будут платить деньги, вам придется инвестировать очень много времени, и в это время вам нужно, допустим, сидеть дома, не работать, там кто-то будет вас кормить, вы будете развиваться. Если есть такая возможность использовать ее, это очень классно, она называется молодость. Я говорю, что курсы для тех, кто есть время и деньги. Если у вас есть они, то, в принципе, курсы окупаются. Если их нет, идите сразу работать. Многие так и поступают. Фриланс. Уже Антон немножко говорил про Upwork. Я тоже свою профориентацию нашла именно через Upwork. То есть я зарегистрировала там профиль, наивная девочка, профиль переводчика, английский язык. Естественно, выбор был нулевым, потому что переводчиков там миллион, а среди них много, допустим, индусов, у которых образование на английском языке, в отличие от нас с вами, и у которых жизнь дешевле, поэтому они дублируют. Переводчиком вы долго не проработаете. Или вам нужно очень хорошо прокачаться. То есть сейчас мне уже приходят хорошие заказы на перевод. Я плача отказываюсь, потому что нет времени, есть работа. Я стала экспериментировать. У меня уже был какой-то опыт в маркетинге, я уже писала, допустим, пресс-релизы для друзей. Смотрите, группа номер один. Айтишные, стартаперские. Допустим, это указываете в вашем профиле на работу. Через какое-то время смотрите, какая конверсия. Да. То есть сколько вам пришло заявок, сколько из них действительно содержало предложение работать, сколько там выполнили, сколько из них заработали. Уже стало немножко лучше, чем с переводами. То есть маркетинг в каком-то очень разнообразных формах все-таки нужнее. Потом я добавила туда себе строчку «Асо специалист». И тут понеслось. Мне стали писать те самые индусы, но уже уровень повыше. То есть это не те, которые выполняют за копейки любую работу, а те, которые нанимают других индусов, чтобы тоже за копейки они выполняли ту же самую работу. Ну, то есть иногда я была эти заказы, иногда не брала, заработала тоже вот какую-то символическую сумму в несколько сот долларов за достаточно продолжительный срок. Но дело в том, что АСО, как способ продвижения, очень востребованная сейчас. Тут технологии это не назовешь, это скорее набор каких-то хитрых приемов, но тем не менее люди готовы за это платить. Белорусские компании рыдают, тоже плачут, не знают, кому дать денег, чтобы мы сделали АСО. Это почти правда. Ну и когда мне написала наша кадровый специалист с таким предложением, у меня на самом деле было желание уже вообще бросить весь этот маркетинг, всю эту работу, все это идти, заняться собой. Но вот тот факт, что это что-то новое и что-то интересное, он пересилил это желание, и я теперь АСО-специалист. Чем я занимаюсь? И что мне для этого требуется? Да, давайте начнем с того, что для этого требуется. Нет, сначала то, чем я занимаюсь, какие. Итак, у вас есть приложение.
Может, вы его сделали сами, или вот пошли к кому-нибудь, дали денег, это кто-то сделал вам предложение. Но денег на рекламу у вас нет. Вы, естественно, хотите, чтобы люди его скачивали, приносили вам доход и так далее. Что для этого можно сделать? Для этого можно сделать хорошее продающее описание, красивое, эффективное, хорошо конвертирующиеся, грубо говоря, конвертирующие скриншоты. Можно сделать немножко там хороших оценок, отзывов, попросить друзей оставить отзывы. На самом деле этого делать нельзя, я вам об этом потом расскажу. Ну, то есть просто этот вот какой-то комплекс услуг. Кажется, все просто, но когда это становится промышленных масштабов, когда соревнуются приложения, у которых миллионы пользователей уже, вот эти вот небольшие незаметные вещи, как ключевые слова, иконки, скриншоты становятся вот именно тем толчком, тем импульсом, благодаря которому какое-то совсем обычное приложение, сделанное буквально вчера там вами или вашим другом, может прийти к успеху. Такие случаи бывают не так часто, но вот это наша цель на работе, вот поймать этот шанс. Итак, как это работает? Теперь давайте посмотрим с другой стороны. Вы пользователь мобильных приложений. Вам нужно решить какую-то проблему. Допустим, вам нужен будильник. Вот надоел вам ваш будильник, хотите новый будильник, не знаете, какой выбрать. Вы вводите в вашем iTunes в эту строчку слово «будильник». И перед вами появляется примерно 2000 вариантов различных будильников. Естественно, вы не будете там листать через все 2000. Вы выберете первый, второй, или третий, или четвертый. В некоторых случаях, если вам нужен какой-то очень-очень особенный будильник, вы долистаете до 20-х где-то позиций вот в этом вот рейтинге различных будильников, которые только что предложил вам App Store. Моя задача сделать так, чтобы мой, грубо говоря, будильник в этой выдаче был не на 20-м, ну, на 20-м ладно, еще можно жить. Чтобы он был не на 100-м, не на 50-м, а хотя бы на 10-м или еще выше, на 5-м, а в идеале на 3-м месте. На 1-м или 2-м уже намного сложнее. Для этого уже придется влить много денег непосредственно в рекламу. Поэтому там уже будут немножко другие цифры, немножко другие приемы. Что я делаю? Лично я в основном занимаюсь подбором и экспериментами с ключевыми словами. То есть как можно описать будильник. Будильник, умный будильник. А, я забыла сказать, все это на английском языке. Если не знаете английского, можно даже не начинать. Ну, хотя с немецким тоже можно, немецкий рынок. Маленький, но платящий. Окей, я отвлеклась. Давайте, то есть об этом подборе ключевых слов расскажу немного позже, что еще может быть. Оптимизация графики в магазине тоже в основном через эксперименты. Есть такой белорусский стартап Splitmetrics, вот они совмещают делать очень хорошую презентацию про это. У них есть система, которая позволяет тестировать графику, скриншоты. Многие СОС-специалисты пользуются этой системой. Ну, мы попользовались, потом, как бы, потом немножко отпала эта необходимость. Например, одна из причин того, что Google сделал аналогичную систему внутри себя, она еще плоховато работает в Google Play, но вот такая большая компания Google немножко вот, поубавила успех белорусской компании Splitmetrics. Ну, посмотрим, что дальше будет. Может, Apple тоже так поступит. Итак, продающее описание приложения. То, с чего я начинала, мы сейчас уже занимаемся этим в наименьшей степени, потому что у нас уже задача, ну, то есть продать уже задача не стоит, стоит задача, чтобы нас вообще обнаружили в этом магазине. Пользовательские оценки и отзывы. Когда они хорошие, пользователь охотно устанавливает приложение. Когда их много, приложение выше выдачи поисковой, то есть они еще и влияют на ваши ОСО-факторы, на рейтинги по ключевым словам, на рейтинг категории. То есть тоже, если много отзывов, тоже очень хорошо. Некоторые компании этим злоупотребляют, но я не буду рассказывать вам, как это делается. И, наконец, пользовательский опыт. Здесь он стоит последним. На самом деле, это то, что должно стоять на первом месте. Потому что и Google, и Apple следят за тем, сколько времени пользователь проводит в вашем приложении. Если мало, если он зашел, там, поставил будильник, вышел и больше никогда к нему не возвращался, у вас не будет высоких позиций ни по ключевым словам, ни вообще. То есть все будет плохо. Поэтому не делайте будильник, потому что будильник нужен человеку один раз в день. Он там не проводит много времени, вам придется соревноваться с компаниями, которые просто влили ему много денег в рекламу. Делайте что-нибудь другое. Но это так, к слову.
Есть очень много прекрасных идей для приложений, которые еще не использованы. Итак, что нужно для этого? То есть, что нужно, чтобы прийти вот с улицы в компанию и сказать: вот здрасте, я хочу быть вашим АСО-специалистом, я знаю, что вам нужен такой человек, такая редкая, уникальная профессия, никто кроме меня. Пункт номер один. Знание рынка мобильных приложений. Это предполагает, что у вас есть, или вы хотя бы, вы уверенный пользователь iOS, то есть, ну, iPhone, iPad, вы уверенный пользователь телефонов на платформе Android. Вы примерно понимаете, что там, как, какие приложения популярны, какие нет, какие обновления выходят. Ну, то есть, если вы такой гик, если вы сидите там в своем айфоне целыми днями на лекции вместо того, чтобы слушать преподавателя, то это работа для вас. Дальше что? Навыки анализа данных. Вот тут немножко посложнее. Я уже говорила, если вы, допустим, изучали социологию, то вас этому научат. Это качественное, количественное исследование. Если вы не изучали, я изучала, но чуть-чуть и уже как бы потом, когда вся эта история уже началась. Если вы не изучали, идете на Coursera, вы находите курс, в котором есть любой data science. Там очень много разных data science, они находятся. Ну, то есть, допустим, у меня было это сначала в курсе по проектированию пользовательского опыта. Да, я проходила курс по проектированию пользовательского опыта, по UX, грубо говоря. Мне очень понравилось. Может быть, когда-нибудь буду этим заниматься, но не сейчас. Пока что АСО и маркетингом заниматься немножко проще и выгоднее. Кстати, потому что я гуманитарный специалист. У меня с языками, со словами все эти вещи достаточно легко даются. С дизайном похуже. Итак, Data Science был в Interaction Design. Очень хорошая специализация Interaction Design. Есть непосредственно специализация Data Science, но она для уже людей с минимальным техническим бэкграундом. Там надо программировать или понимать, как это делается. С другой стороны, если у вас есть время, денег тут, кстати, много не понадобится, то вы можете сесть спокойненько пройти Data Science, после этого вы сможете найти карьеру не только в маркетинге, вы сможете приблизиться непосредственно к разработке, ну, это тоже уже немножко другая тема. Потом, неожиданно, я обнаружила эти же принципы анализа данных в курсе по социологии Амстердамского университета. Очень хороший курс, там тоже все так более-менее ясно изложено про качественные количественные методы, методологии эксперимента, такие вещи. То есть у вас есть данные, их много, и вам нужно их интерпретировать. Понять, какие ключевые слова лучше, какие хуже, какие вам нужно немедленно убрать, какие наоборот нужно немедленно убрать. Все это вы не из головы берете, понятно, вы так пишете это данными. Наконец, далее, критическое мышление. Это скилл, который вам нужен в принципе вообще, чтобы устроиться на любую работу, за которую хорошо платят, если, бывают случаи, когда просто нужно себя хорошо подать. Но во всех остальных случаях вам нужно критическое мышление, это учат в университетах в идеале. Ну, я не помню, нас не учили, я уже как-то сама. Зачем оно нужно? Ну, в нашем случае, когда мы проводим эксперименты, нам нужно понять, какие факторы у нас внешние, какие факторы у нас внутренние. Очень часто бывает, то есть прибегает менеджер, говорит: все пропало, заказчик упали вчера два раза, что случилось, что ты наделала, я бы не медленно обратно. Тут нужно отнестись к таким словам с некоторой долей физическому мышлению, потому что может оказаться, что они вчера упали на 50%, потому что позавчера они поднялись на 50%. Такие вещи нужно проверять, до них нужно додуматься. Тоже факторы, которые влияют на эксперимент, нужно отделять от факторов, которые не влияют на эксперимент. Тоже к этому нужна некоторая доля разума. Ну и, конечно же, не путать причину со следствием. Это самое главное. Ошибка очень многих начинающих аналитиков, да и вообще людей. Вот этот хороший слайд, тут, к сожалению, не видно самого главного интерпретации. То есть тут было когда-то написано, но в темноте не видно, пьяный осьминог пытается на вас напасть. То есть вот вы видите картинку, вероятно, это крючок на двери. Но ваш возбужденный мозг видит в этом нечто совсем другое и интерпретирует это как пьяного осьминога, такого пьяного, который к тому же пытается на вас напасть. Вообще, для этого есть еще лучшее слово – пареидолия.
Но я тут все-таки вот написала апофения, это более общее понятие. Апофения — это когда мы видим какие-то структуры, системы данных, которые на самом деле не имеют такой структуры или системы. От этого, например, происходят суеверия. То есть нам кажется, что вот если кошка перешла дорогу, то меня будут преследовать неудачи. В случае там, с анализом данных это значит, допустим, я увидел, там, что наше приложение упало по этим ключевым словам, это значит, что, ну, это может быть очень большой набор вариантов. На самом деле, может, для этого может быть миллион причин, ваша задача их найти. С опытом это приходит, когда вы делаете это часто, каждый день что-то случается, каждый день вы пытаетесь найти решение, через несколько месяцев такой работы начинаете, наконец, разбираться. Но на первом этапе это, конечно, выглядит вот так. Тут не очень хорошо видно, это кадр из сериала «Антикрауд». Там есть такой персонаж, не Винсент, Ричмонд. Его задача, он сидит в серверной, то есть его работа, он сидит в серверной, там какие-то лампочки. Они загораются и тухнут, загораются и гаснут. И он смотрит на них в задумчивости, не знает, это что-то значит или это ничего не значит. Должен ли я сказать об этом начальнику или не должен? Пусть так и происходит. Вот. Это плохой, нехороший подход, но как, если вы аналитик данных в той или иной степени, то вот так будет выглядеть ваша жизнь первые там, несколько недель или месяцев. То есть что-то происходит. Вдруг там больше заказчик, меньше заказчик. По каким-то словам мы находимся на пятом месте, по каким-то вдруг на сотом. Что это значит? Но применив, вот, опять же, критическое мышление, навыки анализа данных и понимание рынка, вы можете найти ответы на все эти вопросы. Ну, так. Я испугалась, что, может, у меня уже времени нет. А я только пришла к тому, что я делаю. Сейчас я говорю только про ключевые слова, про графику, про продажное, продающее описание я пока что не говорю. Так, вот с ключевыми словами, как мы работаем. Пункт номер один. Его забывают даже компании, у которых все хорошо с маркетингом, с разработкой, и с ОСО, и с чем угодно. Ваше продающее преимущество. Вам нужно понять, какие проблемы решает ваше приложение. Ну, то есть вам нужно прийти к менеджеру и спросить, какие проблемы решает ваше приложение. Какие у него есть преимущества, которых нет у других? Какие у него есть преимущества, которые есть у других, и почему мы все-таки лучше? Эту информацию нужно преобразовать в какой-то там набор самый первичный ключевых слов. Допустим, умный будильник, циклы сна. Да, вот значит, наш умный будильник отслеживает циклы сна, и этим помогает вам оставаться бодрыми и здоровыми. Можно еще там здоровье, соответственно, wellness туда еще добавить, в этот первоначальный пул. Что дальше? Смотрим конкурентов. Естественно, есть миллион, миллиард, ну ладно, миллиард, ну где-то тысячи, две-три будильников, которые делают то же самое. Смотрим на каждый, смотрим, какие у них ключевые слова в названии, в описании. Можем даже, пользуясь хитрыми инструментами, найти, по каким словам их находят. Ну, даже не очень хитрые, в общем-то, достаточно легко. То есть шпионить за ними всеми возможными способами. Вот у нас уже собирается еще больше пункт ключевых слов, в которые, кстати, входят и названия этих самых конкурентов. То есть мы узнаем, что там есть у такой-то компании, тоже, знает, тоже будильник очень популярный. Вот название этой компании мы можем тоже использовать среди наших ключевых слов. На самом деле это чуть-чуть запрещено, но нас могут пожаловаться. Пока на нас не пожаловались, это делать можно. Но я вам этого не говорила. Что дальше? Составляем из всех этих слов, подключая здравый смысл, табличку, перечисляем все слова и дальше уже добавляем от себя информацию. Например, у нас еще есть кластеры. То есть мы делим, у нас есть там энное число приложений, мы делим, по каким словам находят. Допустим, мы находим в одной группе ключевых слов, в какой-то тематической, по другой, по третьей, там, в четвертой группе там, названия конкурентов. Вот мы делим вот эту вот массу на какие-то структурированные данные. Проставляем объем поиска, если находим его. Тоже это немножко ну, неординарно делается, нужно использовать тоже различные инструменты. Но можно примерно представить себе, как много людей ищут вот по такому слову вот такие приложения в день или в месяц.
Все эти данные мы собираем, вот у нас есть ключевые слова, берем, теперь переходим к самой веселой части, эксперимент. Вот у нас приложение, у него есть название, если оно в App Store, у него есть поле с ключевыми словами для множества символов. Нам нужно из всей этой массы выбрать 100 символов плюс название, которые для нас больше всего важны, поставить их, запустить, то есть, ну, обновить приложение, отправить его в магазин. И дальше смотрим, что происходит. Здесь пример такого типичного графика, по которому очень удобно смотреть, что происходит. То есть вот это какое-то приложение, вот это какие-то ключевые слова. В какой-то момент, вот здесь у нас, видите, все очень хорошо, то есть здесь много-много-много ключевых слов. Они находятся на высоких позициях, то есть это будут где-то там с 1 по 10 места вот здесь. Есть еще другие ключевые слова, которые у нас находятся вот в сотых, двухсотых, на сотых и высотых местах. Они там тоже как-то движутся, это зависит от разных вещей, но они нам абсолютно погоды не делают. По ним никто нас никогда не найдет. Но мы все равно должны знать, что они есть, и, может быть, приложить какие-то усилия, чтобы по ним выйти наверх. А вот здесь у нас вот такие красивые, красивые одновременные изменения в позициях по сразу нескольким ключевым словам. А что это? А это Apple начал менять алгоритм. С августа по сентябрь они, ну, практически весь август, Apple меняли свой алгоритм, как они показывают приложение в таком порядке, по таким ключевым словам. Они об этом, конечно, сообщили. Как именно это работает, они, конечно же, не сообщили. Все, что делает Apple, это такой черный ящик. А вот ваша задача, смотрим на этот черный ящик и думаем, что тут произошло. Ну, если знать, что здесь у нас никаких обновлений вообще не было, вот тут вот мы ничего не делали, там 2 августа, и 12 августа, 11 августа мы тоже ничего не делали. Мы можем предположить, что Apple взяли ключевые слова, по которым приложения находились на невыгодных местах, и опустили их еще больше, и смотрели, что получится. А самое интересное, что получилось, что количество заказчиков не изменилось. То есть и Apple, и мы поняли, что вот по этим словам, что ты там их оптимизируй, по ним не оптимизируй, ничего не случится. Ну вот такой небольшой кусочек работы. Ну, а здесь вы видите, мы добавили много-много ключевых слов, по которым мы вдруг стали на первых местах. И тут уже количество заказчиков стало больше. Здесь этого не видно, но их стало больше на определенную величину, которую тоже более или менее можно предсказать. Так, вот, как я уже говорила, у вас будет много разных инструментов. Этот инструмент — такая самая примитивная, бесплатная, доступная всем аналитика от Apple. Инструментов много, хорошие не посоветую, потому что они все врут. Ладно, они врут, но еще каждые несколько месяцев меняются правила игры, Apple меняет алгоритмы, Google меняет алгоритмы. Выходят новые приложения, допустим, вышло несколько новых крупных будильников, купили там на 100 тысяч долларов рекламы, и все, все поменялось, все обвалилось, вам нужно начинать сначала. И главное бы только это, но сами инструменты, они сделаны недостаточно хорошо. Например, если в каких-то таких вот инструментах вы видите визуализацию данных, вы должны сразу, у вас на голове должна загореться сразу красная такая, ну, красный восклицательный знак. Типа осторожно, любая визуализация данных — это небольшой обман. Например, вот у нас на плейне, вот здесь стоит птичка, а здесь птичка не стоит. И вы видите, как это выглядит по-разному. То есть вот у нас задачки какого-то приложения в разных странах. И все так друг за другом, дружненько идут. Здесь всем вдруг стало лучше, здесь тоже всем вдруг стало лучше, а здесь всем стало хуже. Когда вы смотрите на визуализацию в таком виде, она вам ничего не скажет в контексте ваших задач. А у меня задача, я обновила английские ключевые слова, хочу понять, как это отразится на других странах. Простое убирание птички, которая там включена по умолчанию и делает бесполезным вообще весь этот график, превращает уже график в осмысленный. То есть вот это, допустим, США. Вот мы обновили английские ключевые слова. Вот все там сразу вверх пошло. Вот это смешная такая, смешной параметр под названием «остальные страны». То есть у нас здесь сколько? 6 стран плюс остальные. Видим, что у остальных немножко не следует, потому что в остальных странах кто-то понимает английский язык, пользуется им, кто-то нет. Как бы нам это не очень полезно, но если мы видим, что оно выглядит вот так, значит, это нормально. Нам просто нужно знать, как выглядят нормальные данные. Это тоже учат на Курсере. Вот, это очень интересно. И вот здесь уже видите, вот, например, это Франция.
Сначала вообще всем было все равно, что там поменяли ключевые слова, потом немножко пошло наверх, а потом им снова стало все равно, потому что во Франции никто не пользуется английским языком. Ну ладно, пользуется, но не так сильно, что вот нам это принесло какую-то пользу. И тут еще у нас идет, по-моему, не помню точно, какая страна, может быть, Канада. То есть тоже как-то по-своему реагирует. Вот ваша работа, вот вам покажут вот это, и вы сможете из этого сделать, но это бесплатный вывод. Есть инструменты, которыми вообще пользоваться нельзя. Допустим, вот этот инструмент под названием чат-тренд. Там юные аналитики находят этот инструмент, радуются. Я сама была такой, типа, вот, он все так красиво показывает, сразу понятно, что нужно... Вот у нас нашли по sleep cycle, значит, надо больше sleep cycle, нужно его переставить в название. Там, использовать другие варианты этого же слова. Но нет. Ну, то есть, конечно, sleep cycle тут имеет какую-то ценность, ведь он на 9-м месте по sleep cycle. Ну, окей, да, на 9-м месте по sleep cycle, значит, в день придет, может, человек 200. Я на удачных цифре говорю, но они похожи на настоящие. Ну, то есть, в день лишние 200 человек бесплатно придут и установят наше приложение. Это хорошо, мы сэкономили $200 или больше. Но дальше, вот, допустим, вот он считает, что по alarm clock 8%, там, допустим, 8,5%, огромное 8,5% нас устанавливают по alarm clock. Да нифига, потому что то, что на 48-м месте, вообще никто уже не ищет. То есть есть шанс, если это что-то очень нужное, тогда может человек перестать до 20-25-го. Это не тот случай. Мы уже показали 40 хороших будильников, он уже выбрал себе. В самом лучшем случае 3. Он уже не будет искать на 48-м месте, да, а тут все так красиво визуализировано. То есть, но с другой стороны, этот чат-тренд очень хороший инструмент, чтобы находить новые ключевые слова. Допустим, пока я не попробовала этот тест, я даже не знала, что можно оптимизировать по словам «ночные кошмары». То есть вот люди ищут умный будильник, чтобы он следил за их сном, и если им снятся кошмары, там, не знаю, чтобы он их будил, я не знаю, ну, возможно, у людей такая мотивация. Но вот я узнала об этом, когда запустила этот инструмент, хотя как аналитический инструмент был очень посредственный. Ну вот, собственно, наконец, список основных инструментов, которыми пользуемся мы. Зачем вам нужен этот список, кроме того, что вас вдруг вы сам, на самом деле будете делать ОСО? Этот список нужен вам, потому что у всех этих компаний, особенно первых трех, есть семинары и презентации очень подробные о том, как все это работает. Они постоянно делают доклады, ну, почти как я, только зал побольше. Они выкладывают очень подробные PDF-репорты, отчеты, где указано, какие, ну, какие бывают хорошие случаи использования там, ключевых слов или графики магазина. И бывают неудачные случаи. То есть, если вам нужно зайти, то там все. Но опять же, к этому нужно относиться с большой дозой критического мышления. Потому что, например, Asodesk, крупнейший русский сервис, до недавнего времени абсолютно безбожно врал по поводу английских ключевых слов. Сейчас они немножко настроились, как бы улучшили свой сервис, но до того у них была разбежка там, 10 раз в некоторых случаях. Но они это признавали, да. Ну, сейчас сделали немножко лучше, но кто гарантирует, что ситуация не повторится после следующего обновления? Ну да, вот Sensor Tower, Asodesk, это инструмент, то есть Sensor Tower платный, но недорогой. Для маленькой компании он можно притянуть по деньгам. Это такой стандарт индустрии. Когда кто-нибудь говорит про свой инструмент, обычно имеет в виду Sensor Tower. Его недостаток, он показывает вам количество трафика, то есть количество людей, которые искали по этому слову, но он это делает в нескольких абстрактных величинах, то есть 4,5 из 10, и это на самом деле совсем не значит, что 45% чего бы то ни было. Вот это его главный недостаток, они тоже справляются. Но, ну, вот я говорю, это не та работа, где будет какое-то постоянство. Он правила игры будут меняться каждый месяц. Asodesk, русский сервис, главное достоинство, ну, для тех, кто не знает английского языка, что он русский. Ну и главный недостаток, что у них до сих пор все очень плохо работало с английскими ключевыми словами. Аптейки. Бесплатного функционала вам хватит за глаза. То есть и для этого, и для многого другого. То есть для маленьких компаний, ну, это самый простой способ. Да и даже если вы просто разработчик, чтобы знать, что у вас там происходит, в том числе и по ключевым словам, вы можете его использовать.
Дальше. Я уже немножко говорила про историю со Spreadmetrics и Google, которые вот нечаянно украли у них идею и сами ее реализовали. Ну, так бывает. Здесь аналогичная история с Apple. Не так давно Apple тоже сделали свой сервис, как можно посмотреть трафик по ключевым словам. Вот этот маленький скриншотик. Тоже, видите, не абсолютно измечены. Но когда вы уже немножко работаете, вы можете знать, допустим, что вот столько это, допустим, ну не знаю, ну 2000 человек в день. Ну тоже, это неправда, я сейчас тоже говорю немножко из головы, и у нас немножко, да. У нас не будильник, открою вам большую тайну. Наше приложение, ни одно из наших приложений не будильник. Ну, допустим, вы знаете, что это палка, значит, что примерно 1000 человек в день. Ну, это вы можете уже по пропорции посчитать. Это внутренний инструмент Apple, он появляется, когда вы запускаете Apple Search Ads на США, совсем недавно включили. И, ну, то есть, о нем знают только те, кто этим пользуется. Ну, вот, я вам сказала, вы можете пользоваться. Дальше, Google Keyword Planner больше всего для поиска новых ключевых слов, по которым могут искать предложения ваши будущие пользователи. Ну и здравый смысл — это как критическое мышление, без него вообще ничего не работает, его нужно очень много, и даже самые успешные аналитики иногда ошибаются. Вот поэтому у меня был надыбан из предыдущих слайдов, там, что еще нужно ASO-специалисту или, в принципе, любому аналитику. Вам нужна отвага. Потому что вы все равно, что сапер, вы выбрали какую-то новую специальность, о которой никто ничего не знает, никто не знает, как это работает, вы сапер, вы подорветесь обязательно. Более того, вы подорветесь несколько раз, вы на самом деле что-то испортите, на самом деле обрушите заказчики органические, бесценные. Но потом, как бы, сильный боец, он чем отличается, он встает на следующий день, идет дальше и все исправляет. И все снова становится хорошо или даже еще лучше. И потом этот мифический боец, аналитик, находит какое-нибудь уникальное ключевое слово, по которому все ищут, но никто из конкурентов до сих пор не догадался продвинуться. И получает много-много бесплатных заказчиков, и все радуются. Вот, и это хороший день ASO-специалистам. Так, ну и там уже по мелочи какие-то внутренние секретики. Отличненько. Ну, вот как раз хватает на секретики. Это в основном сейчас будет рассказ о том, ну, здесь вот вы добавили ключевые слова, все, вы гениши, все должно взлететь, там миллионы людей, там здоровый сон, наконец, обретут. Но нет, даже на этапе эксперимента есть много нюансов. Например, Apple иногда просто удаляет ключевые слова. Просто вот вы отправили предложение в магазин, в нем были ключевые слова, а вот там ревьюер посмотрел и удалил, ему не понравилось. Особенности Apple, как некоторые другие компании, что они никогда никому ничего не объясняют. Ну, не понравилось нам, и все, все, удалили все ключевые слова, живите без них. Вам нужно снова обновлять предложение, снова брать там из файла эти слова. Тут, кстати, еще один очень важный совет, мне кажется, я его пропустила на каком-то моменте. Всегда сохраняйте все промежуточные результаты. Все сохраняйте в нескольких копиях, в публичном доступе и в непубличном. Все ключевые слова, естественно, у вас должна быть не в истории, а в вашей прекрасной таблице Excel. Вот. Допустим, вы удалили ключевые слова, ну тут все просто перезаливаете, возвращаете их и пытаетесь понять, что случилось. Обычно просто у ревьюера это был плохой день. Еще иногда, как я говорила, владельцы торговых марок жалуются в Apple на вас или на весь Store сразу, на весь App Store. Что они вот используют эти слова. В таких случаях, когда это идет на компромисс, ну, то есть, если пожаловались лично на вас, мол, я, там, вот вы использовали там название, там, не знаю, Netflix в вашем описании, немедленно уберите. Вам приходит такое угрожающее письмо, так вы немедленно убираете, и дальше уже стараетесь, чтобы вас больше не засекли за такими делами. Или другой вариант. Компания Netflix жалуется всему App Store, жалуется Apple на весь App Store. Вы знаете, вот тут наше название эксплуатируют. Люди ищут нас, а находят какие-то, там, не знаю, видеостримы или какое-то барахло вообще, там, не знаю, приложение, там, что посмотреть на Netflix, там, или там Netflix and Chill Out. Вот, если не знаете, что такое Netflix and Chill Out, то погуглите, на самом деле, по этому запросу тоже продвигается определенная группа приложений. И тогда просто Apple какое-то время перестает показывать по этому слову в выдаче все приложения, кроме официальных приложений Netflix. Ну, на самом деле там чуть-чуть по-другому, но вот я вам очень грубо рассказываю.
ну, на самом деле не только, но на 90% да. И, ну, вот что можно сделать? Убрать это слово, потом попробовать вернуть, если это не лично на вас пожаловались. Иногда они возвращаются. И поэтому постоянно следить, чтобы вы никого не обижали. Поэтому туда нельзя так взять и просто в название приложения писать слово «корм» или «фак», или «три икса». Видите, вот это реальное письмо от Apple. Вот. По трем иксам нельзя продвигаться, потому что Apple считает, что некоторые юзеры, некоторые пользователи находят эти сочетания до трех букв оскорбительными. Ну, тут можно развивать очень долго эту логику, почему оскорбительными, почему так. На самом деле, просто это самая подходящая статья в правилах для разработчика Apple, которая здесь подходит. То есть тут скорее формализм. Ну, всем понятно, почему нельзя три икса использовать. Но по ним еще, но не так много, как хотелось бы, кстати. Вот, то есть Apple следит, чтобы вы его не обидели, может почистить ваши ключевые слова или просто не показать по ним, или просто не пропустить ваше обновление. Вот прислать вам тоже такое письмо, уберите, иначе будет плохо. Так, ну, в принципе, именно... Так, ну тут еще есть какие-то вещи, которые я не должна рассказывать, но расскажу. Естественно, если есть какой-то хитрый способ попасть в топ, то обязательно найдутся хитрые... так называемые growth hackers, то есть хитрые маркетологи, которые ищут обольные пути, которые попытаются это как-то, этим как-то злоупотребить. Например, вы можете пойти к китайцам, ну или к вьетнамцам, вьетнамцы эти часто занимаются, и заказать следующую услугу, чтобы много-много вьетнамцев, там, вместо того, чтобы там, ловить пангасиусов в Меконге, пошли немедленно, взяли айфоны, ввели туда ключевое слово вашего приложения, нашли приложение и скачали. Если так сделает очень много пользователей за короткий промежуток времени, то ваше приложение поднимется в топе по ключевым словам. Естественно, это будет стоить денег, но не таких больших, как реклама. Ну, вам это еще рано. Если у вас уже есть свое приложение, то все равно не делайте этого. Но знаете, что очень многие делают именно так, особенно в высококонкурентных отраслях, то есть высококонкурентных категориях. Что еще? Отзывы. Тоже я вам говорила, что хорошие отзывы улучшают конверсию из просмотра в установку. И очень много отзывов поднимает приложение в топе. То есть можно тоже пойти к вьетнамцам или еще к кому-нибудь и сказать, вот налейте мне, пожалуйста, отзывы по 100 в день. Вот вам там $100 в день. Ну, на самом деле, дорого. Вот вам деньги, налейте нам много-много-много отзывов. Но они нальют, да. Если еще немножко больше заплатить, они даже могут пропользоваться вашим приложением какое-то время. Но и это очень ясно говорит об этом, что так и делать нельзя. Вот это черная техника. Сон, не используйте ее. Если ее обнаружат, ну, скажем так, Apple немножко помягче это делает. Они просто удаляют отзывы, ничего вам не говорят. Google удаляет, саспендит ваш аккаунт разработчика, так что не шутите с Google, в данном случае они строже. Так, и что еще? Ну да, и наконец, вот вы так старались, оптимизировали, искали супер-мега ключевые слова, а потом просто кто-то пришел, купил очень-очень-очень много рекламы с оплатой за установки. И все ваши старания уже пошли прахом, потому что количество установок всегда в таких случаях побеждает, против лома нет приема. Ну, в таких случаях там уже можно сражаться на других рынках, например, можно ну, тоже купить много рекламы, но при этом оптимизировать конверсию, чтобы вот за один ваш рекламный доллар к вам приходило там, за один доллар никто к вам не придет. Ну, то есть за какой-то ваш рекламный бюджет такого же или меньшего уровня к вам приходило намного больше новых пользователей. Но это уже не моя работа, это уже работа трафик-менеджеров. Тоже очень интересная работа. Тоже в основном работают гуманитарии, ворочают огромными деньгами. Если вам интересно, в следующий раз расскажу или позову их. Ну, наверное, на этом все. Ну, самообразование тоже перспективно, потому что вам уже все рассказали. Отчеты крупных компаний, которые этим занимаются. Материалы с конференции, тут будьте очень осторожны, потому что конференция — это часто маркетинг, в том смысле, что ну, некоторые доклады всегда будут ради того, чтобы вам что-то вот продать. Главное — уметь различать. Для этого вам нужно критическое мышление. Мы уже говорили об этом. Онлайн-курсы по анализу данных. Ну, конкретно, я тоже советую.
по арт. В принципе, ну вот да, получается, это дизайн, interaction design. Там есть очень мощный курс по анализу данных и по методологии эксперимента, что очень важно. R-программинг. R — это чисто статистический язык, вам не нужен никому про аналитиков. Не учите его, если хотите идти в программисты, и программисты будут над вами смеяться. Учите его, если хотите идти в аналитики любого рода, войти или не войти. Ну вот, социология тоже. Самая в этой сфере не работаю, но знаю людей, которые работают. И, пожалуй, все. Спасибо за внимание, понимание.